Всем привет, с вами Настя. Сегодня я вам расскажу о дораме «Деревня. Секрет Ачиары». Это дорама 2015 года. Жанр – детектив, триллер, мистика. Великолепный актерский состав. Мун Гын Йон, ее можно встретить в дораме «Алиса из Чхондама». Юк Сон Дже, мембер группы B2B, и его можно встретить в дораме «Кто-то школа 2015». Чан Хи Джин, модель и красавица. Он Джу Ван, Син Ин Гён. Сюжет дорамы. Главная героиня Суюн, которая живет в Канаде вместе с бабушкой, но до этого у нее была семья, мама, папа, старшая сестра. По истечению страшных событий, авария, в которую попала семья Суюн, забрала жизни родителей и сестры, Суюн одна осталась в живых. Живя в Канаде, ей приходит письмо с Южной Кореи, с деревни Ачиара. В письме сообщается, что ее ищут какие-то родственники. Суюн едет в деревню Ачиара в школу Хэвон работать преподавателем английского языка. Работая учительницей в школе, Суюн, находясь на природе с учениками, случайно находит труп женщины, после чего приехала полиция. Вся деревня в панике, в недоумении, потому что никто не пропадал без вести. Но 2 года назад пропала учительница рисования Хё Джин. В то время ее никто не искал. Все о ней забыли. Пропавшая учительница Хё Джин связана с Суюн, может, она ее сестра? Полиция установила, что найденный труп и есть учительница Хё Джин. Кроме того, в окрестностях Ачиары происходят убийства женщин. Связаны ли эти убийства с убийством учительницы Хё Джин? В деревне никто не хочет помогать следствию, все что-то скрывают. До исчезновения Хё Джин у нее был конфликт с одной из жительниц деревни, после чего она пропала. В деревне Ачиара много тайн и секретов, все очень запутано. И на этом все, надеюсь, вам понравилось это видео, всем пока!